перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, кто с нами на связи. Всем привет. Привет. Что это такое? Как настроение, дорогие друзья? Привет, Волгоград, привет. Всем привет. У меня дела хорошо, чувствую себя отлично, даже больше того, превосходно, замечательно. Мы продолжаем путешествие в мире спорта. Я бегаю, не ем хлеба. Вообще ничего мучного, ничего сладкого, не пью кока-колы, хотя все это очень сильно люблю. И еще заставляю свою тушку бегать на дорожке и посильно заниматься боксом. Мое путешествие длится уже сколько, месяц, вот я месяц занимаюсь всем этим, два месяца. За два месяца могу доложить вам, что в ходе репрессий над собственным организмом были потеряны 9 килограмм веса, улучшилось самочувствие, я занимаюсь боксом. Все, короче, идет в порядке, дорогие друзья. Я здесь не для того, чтобы агитировать вас и призывать к чему-то, просто рассказываю о том, чем занимаюсь я. Вот. Как это произошло? Вот многие мальчишки и девчонки спрашивают, а как это произошло, толстый? Как ты вот просто взял и пошел, начал заниматься спортом? Я вам расскажу. Это было 23 декабря. Я сидел на газе. Мой друг Сережа Иванов говорит, я на тренировку. А я у него спрашиваю, а куда ты ходишь на тренировку? Он говорит, а я тут рядом хожу на тренировку. В районе 3 вокзалов. Я говорю, я с тобой пойду схожу. И вот мы приезжаем туда на тренировку, беру свои перчатки. И произошла первая тренировка. И вот с тех пор я вот занимаюсь уже 2 месяца. Для меня это рекорд абсолютно, потому что я человек, который ненавидит заниматься спортом. Я вообще ненавижу заниматься чем-либо помимо музыки, да. Потому что мне нравится сидеть за компьютером и делать биты, там, разные проекты. Маст, Нагана, Нинтендо, Братья Стерео, все что угодно. Вот это мой спорт. Поэтому для меня это большой личный, сука, рекорд. Я хочу поблагодарить, особенно вот, хочу поблагодарить всех профессионалов большого спорта, особенно вот профессиональных, в кавычках, боксеров, которые... Я читаю комментарии, и мое сердце радуется, что в нашей стране очень много больших, серьезных боксеров, которые знают, как нужно боксировать. Большие молодцы, ребята. Спасибо за то, что вы пишете свои гневные суждения и критические замечания касаемо моего занятия боксом. Меня это очень... конечно, задевает, потому что я профессиональный боксер, отдал боксу, ну, около 20 лет, ну, как и вы, в принципе, и ничего не добился в боксе, ну, как и вы, в принципе, вот, поэтому спасибо, что вы пишете, мне это очень нравится, Толясик, привет, Одесса, вот, вы большие молодцы, прям, я иногда прохожу на ваши страницы и смотрю
что вы себе представляете. Вы молодцы. Вы молодцы, просто супер. Я рад, что вы знаете, как правильно заниматься боксом и делитесь с нами, с простыми смертными, недостойными людишками, своими знаниями и просто проповедуйте. Это очень круто. Ладно. Так, такие вот дела. Так что скоро весна, уже ощущение, да, есть. Вот хочется до весны зеленку увидеть. Да? Зеленка, вот эти листики, деревья. Вы знаете, я когда в Москву переехал жить, у нас в Ростове, в самом лучшем городе на земле, у нас как бы зима наступает поздно и заканчивается рано, да. То есть у нас март — это уже весна, да? поэтому, конечно, когда переехал в Москву и понял, что здесь зима — это нечто такое, что начинается в ноябре и заканчивается в лучшем случае в апреле, было тяжеловато, конечно, да. Хочется, конечно, солнца. Вот сегодня солнечный день, чувствую себя просто отлично. Ну, привык. Привык, конечно, с этим. Привык к этому. Такие вот дела. Так. Да ну уже, что вот пишут, расскажи про впечатление батла Птахи и Гуфа. Ну, что об этом говорить, да, это такое, ну, марте зима еще бросла. Егор Петрович, что ты чешешь, какая в марте зима? Ты зиму в Москве не видел, какая в марте. Когда в Кишинев, ну, скоро. Так что вот так. Завтра идем в Архангельск, замечательный город, концерт. Газголдер 2 осенью выходит. Осенью выходит. 9 марта, Василий, дай билет во имя не магии. Конечно, легко. Камень Шахтинск, привет. Ташкент, привет. Всем привет. А есть кто-нибудь из наших подписчиков, с кем мы можем... с кем мы могли бы выйти в эфириус? А? Есть кем поболтать, да? Вот сейчас. Мы узнаем, и с кем поболтаем. Так, ожидание подключения. Что-то не проходит подключение.